Значит, не смотрела ничего. Не в курсе дел. Куда ты вообще смотрела? Не, на самом деле... Нет, на самом деле я хожу... И я хожу узнать Сири. Короче, я тут хожу. Я все сбрил свои. Загрузился. Вчера я сбрил. Сегодня целый день приходил, папа такой под вечер говорит, тут загрузился. При том, что он вспомнил про это, когда я просил бритву. Так бы он и не заметил. Как можно не заметить? Это классика. И на самом деле, реальность такова, что люди действительно не замечают, если ты бреешься. Ты сбрил усы, и люди как бы такие, да вроде ничего и не изменилось, то же самое. Они могут пару дней даже не замечать, а потом такие, что-то изменилось. Странно, да? Не грузится фотография, у меня хорошая качество. Очень странно. Не знаю, это надо вот так ходить. Ничего пока не слышно. Не слышу. Блин, он опять плюнулся. Черт. Perfect.
carry protection. Now with your heart, the world, let's say it be on. Come on, come on. Здорово, Валя, что у тебя играет в ебучей музыке? Никита, можешь, пожалуйста, это пока просмотреть, мне интересно, что... Это играет Bumfuck MCs. Что это такое? Bumfuck MCs. Зачем ты слушаешь это? Мне нравится эта песня. Да? Только это. Но она классная. Интересно. Ладно, окей, это сейчас что, эфир из бани или... Слушай, Scratch. Это рак Магафо, чё? Это просто рак Магафо! Что это? О! Парни в очках! Это классные парни чуваки! Да, любые чуваки классные! Я просто зашла поздороваться, потому что любые обычно не хожу поздороваться и говорю тебе привет! Здорово! Музыка, которая сейчас играет, не очень, но обычно играет классная музыка. Спасибо. Нет, ты не права. Это очень хорошая песня. У меня сейчас, короче, друган слушает примерно то же самое, что сейчас ты слушаешь. Голосуем. Голосуем. Bumfuck MCs. Подожди, стой, ничего не говори. Блядь! Я только что разлила сраную водку, сраную коктейль в квартире, в которой я не живу уже 7 лет. Надо поставить, чтобы ты была нормально. Ладно. Закончим. Ебучий рак Амагафо, Валя. Это просто рак Амагафо. Ну, песня называется... Рака Магафо. Фристайлер. Так называется? Я не знаю, фристайлер. Или нет, это реально оно. Я знаю. И он поет Рака Магафо, по-моему, там. Угу. А, да. Ну, это классная песня. Говно песня? В детстве... Что? Говно песня. Песня классная, клип классный и... Клип классный, но песня говно. Я не согласен. И можно закрыть эту тему. Ладно. По-моему, у нас дебаты зашли в тупик. Потому что... Потому что это не дебаты, это просто вкусовщина ебучая, да, наверное? Ладно. Ну, слушай, что тебе нравится в этой песне? Что? Ну, давай. Давай по порядку. Что тебе не нравится в этой песне? Мне не нравится ее ритм, и мне не нравится ее пафос. Потому что она играется так, как будто бы я ебу твою тёлку, и у меня много денег. Не, снято где-то в какой-то Европе. В какой-то Европе маленький мальчик с дредами ездит в поезде. И снимает пранки. Нет, у него пульт управления, и он типа перематывает реальность взад и вперед. Он у него пульт, и он типа нажимает на всех прохожих. Она, мне кажется, где-то... Нет, не в Берлине, мне кажется, снято. Я что-то не помню таких. Ну, это не похоже на Америку. Какая-то я сейчас Европа. Просто дам тебе послушать очень похожий кал. Вот смотри, там друг, который слушает давно. Сейчас, погодите. 10 двое, да. Вот, видишь, это что-то очень похожее по вайбу. И оно не вписывается, мне кажется, в рамки конвенциональной классной музыки. Ну, нет, вообще ты абсолютно зря сравниваешь. Фристайлер это... Блин, не слышу, Валю. Вот, давай, читаю из Википедии. Фристайлер, сингл финской группы, Bumfuck MCs, выпущенный в 2000 году. Он стал одним из самых нашумевших синглов года, который дальше, ну, в общем, не показывает Википедии. Знаешь, что было нашумевшим синглом года? Вечеринка у Децла дома. Так что... Это не аргумент. Я обожаю вечеринку у Децла дома. Ну, это... признаться, я тоже, но это не аргумент. В плане, это большой аргумент. Много людей заценили эту песню. Короче, не знаю, по-моему, эта музыка так себе. Типа, было бы... Кстати, а в какое время кончился концерт, я не очень понимаю. Давай я тебе кое-что объясню. Давай. Это жанр, это... Тут написано жанр, это breakbeat, new school, breaks. Понимаешь, это совершенно не то, что там слушают твои парни. Что breakbeat это...
брейкбит это такая музыка с таким, типа, ритмом. Это не совсем рэп. Прошу, рэп слушать. Вы там русский рэп слушаете какой-то. Да я не меня слушаю! Мои странные друзья меня дискредитируют совершенно! Подожди, Никита, подожди. Никита, пожалуйста, выключи этот говно! Люди смотрели... Да не, я просто уйду в ебучую кухню в нашей квартире и продолжу разговаривать с ебучим Валентином. Спасибо. Ладно, не сходи с ума. Все да нормально. Просто они достали меня. Я разрешила этим двум чувакам остаться у меня в моей второй квартире. Они включают мне говёную музыку и игнорируют то, что мне нравится. Что с этим делать? Не знаю, ничего. Тебе, по-моему, никакая музыка не нравится, судя по всему. Брейкбит тебе, сингл... Вчера ты рассказывал, что мне нравится вообще вся музыка. Сегодня ты рассказываешь, что мне нравится никакая музыка. Что с этим делать? Вот Тюна, например, считает, что фристайлер — это чистое детство. И, между прочим, что-то еще какое-то было. Валя, лучше читай книгу. Сегодня читать не могу. Нет, сегодня читать не буду. Зря, было бы весело. Потому что... Я могу вам немного еще почитать про Bumpack MCs. У меня открыта статья. Слушай, на самом деле, давай, это лучше, чем его слушать. Я в фоновом режиме все равно включу эту песню дальше. Ну, придется. Ты зацени, какой у меня есть камень. Смотри. Охеренный камень, да? Он с дыркой. Я вижу, да. Это типа так было изначально. Ну, я вижу, это украшение. Это нет, это не украшение, это настоящий камень с Крыма. Мы нашли его в 2003 году в Крыму. Это просто камень с дыркой. Так что... Здорово. Это никакое не украшение, это просто камень. Маковка, специально для тебя включаю лучшую песню вечера. Извините. Извините, все. Любишь эту песенку? Маковка. Кстати, только... Вот ты урод. Маковка, свалил. Помахал и свалил. А это, между прочим... Это Рака Макафоя, я не знаю. У меня прямая ассоциация возникает с Николаем Соболевым и его ебучими пранками в Америке. И никакой ассоциации это меня не вызывает. Не знаю, кто такой Николай Соболев, но тебе стоит посмотреть клип этой группы. Я видела клип. Это камень с дыркой, Тюна, ты понимаешь. Спасибо, хоть кто-то понимает ебучий камень с дыркой, который мы нашли очень давно на пляже. Это была самая... Короче, я видела этот сраный клип. Я... Чё ты мне его показываешь? Я увидела. Я хочу посмотреть ещё. Так ты и так его смотрел бы. Слышь, там банджо играет. Это не банджо, это слайд-гитара. Это просто какой-то... Не знаю, мне прямая ассоциация находится именно с пранками. Потому что это начало играло именно в видосе. Во всех видосах с пранками у Николая Соболева и этого его кавказского друга. Понимаешь? Фристайла. Это я. Иду по метро. Это не ты. Это какой-то чувак другой. Ты чего обманываешь? Серьезные парни, да? Да, действительно. Он что, играет телефон? Зацените, этому пацану 10 лет, а у него такие смачные крутые дреды. Этот парень, потому что это финны. Это очень комично. Вот это причесон. Зацени. Реально. Вот это самое. Да ну нафиг. Чё?
Валек. Зацени. Реально. Вот и сам. На самом деле причислен зачетный. Типа, все, что... Какие тут танцуют девчонки, блин, охренеть. А, вам стоит посмотреть этот клип еще раз. Не, клип правда клевый. Я, пожалуй, приходил после школы, врубал телек и по СТС там этот клип гоняли, я такой, блин, охренеть. А все, что я могу сказать по поводу отключения, это то, что у меня... про диджи как что, ох уж это молодость, у этого парня реально молодость, ему 12 лет, у него такие дреды. Вот бы мне разрешили такие 12 лет запустить. А знаете, в чем прикол? Потому что в Финляндии ультрамодные подростки, я так понимаю, что много продиджи. Ну, не, Prodigy, конечно, великая группа. И очень много классного. Просто они слишком популярны. А это прям вот... Знаете, как я сегодня... Слово я сегодня учил английское. По-моему, нагл. Нагл. Это самородок. Это прям вот самородки такие. Вот они какие-то вот... Бабах, и появились. Сегодня после... Мне вообще надо пойти погреться в баню. Я просто, когда хожу с телефоном, у меня, видимо, я его трясу, и у меня камера, она постоянно... Постоянно она работает. Типа, ловит меня. Датчик движения там в руках срабатывает. И он перегревается и вырубается. Тоже раз-раз и расколбас. Межсезонье пришло. Здрасте. У меня телефон вырубился. Вообще, я... Могу сказать так. Ну, давайте вернем межсезонье еще надолго. Она сегодня в... Ну что сейчас будет? А можно? У меня все село на секунду. Вот. Да, сейчас. Кому... Блядь, я не могу вспомнить, как его зовут-то, блядь. Сука. Как же тебя зовут-то нахер? Скэтман, ёпта. Да нет, это... Блин, не знаю. Что у тебя село? Телефон сел или что? Не перегрелся. Ну давай, рассказывай, что у вас там? Да ничего особенного, просто я позвала друзей в свою квартиру в Балтрайоне. Балтрайон, считаю, это Дыбенко, как пример компьютера. И просто мы сидим с ребятами, они слушают какое-то сраное говно, а я это слушаю. Они делают вид, будто бы все хорошо, но это не так. Я не делаю.
Или я не делаю вид, что все хорошо? Небольшое замечание. Ты живешь в Калининграде, для тех, кто не знает. Да. Так что это Дыбенко в Калининграде. Да, это Дыбенко в Калининграде, но... Подожди. Ну, Женек к нам присоединился. Женек. Ради тебя я поставлю самую лучшую песню. Извини, сейчас... Жень, только для тебя. И мы продолжаем эфир. Варя, такой вопрос. Еще будут концерты примерно такого же масштаба, как сегодня? Только такие концерты и будут теперь. Это замечательно. Только такое и нужно. Боже, мы снова включили Радио Мегафон? Или, блядь. Это специальная песня для... Женька? Кто бы ни был Женек, я его ненавижу. Меня ненавидят мои друзья, но я, пожалуй, вернусь сюда. Что расскажешь? Ничего не расскажу. Прошу, громко ли у меня музыка? Нет, у тебя очень тихо музыка играет, на самом деле. Да? Всех устраивает громкость. Ты мне скажи вот что. Ты досмотрел тот мультфильм до конца или нет? Называется «Мадафака». Досмотрел, да? То есть, или... Мне кажется, ты пиздишь, братан. Скатмен. Сейчас Скатмен включаем. Не, я правда смотрел, хороший мультик. Ну, да. Скатмен. Сейчас включаем. Боджека, то есть, не знаю, я помню, что я смотрела Боджека последний сезон со слезами. И, не знаю, мне интересно, кто-то еще в целом воспринял всерьез этот сезон или нет. Ну, я знаю, что... Все восприняли этот сезон серьезно, потому что... Не знаю, мои друзья нет, и типа поэтому мне интересно. Как вообще можно смотреть? Трека несерьезно. Я правда не помню ничего. Помню, он кончился тем, что он ушел в завязку. Слушай, мне интересно, нет такого, что он будто бы убил себя? Нет, да он там не убил себя. Мне показалось, что 15-я серия — это метафора смерти. И что последует за ней, это просто последствия этого, его воображения. То есть, не знаю, у меня есть такая сраная идея, возможно, слегка космологическая, что на самом деле 15-й серии и сюжет ее был осуществим. Только то, что после нее это было его подсознание, которое не было реализовано в реальной жизни. Нет такого. Ну, знаешь, я все воспринимаю достаточно буквально и не вижу скрытых смыслов ни в чем, так что... Я знаю, что его автор хотел продлить сериал еще на один сезон. И, значит, он не умер. Вот. И поэтому у меня есть такой опрос среди граждан относительно того, насколько все воспринимают его смерть, существующий или нет. Вот. Я хочу другой опрос выявить. Что за Скатман? Потому что хер знает, что это такое. Какой нахрен Скатман? Блин, я не стал... Ну, в общем, тут песню заказать. О чем ты говоришь, чел? Мы ставим музыку по заказу. Хорошо. Прошу прощения. Я немного не в себе, поэтому... здесь есть чат, господи, я тупая. Извини, пожалуйста, я что-то это того. Слушай, как тебе насчет такая идея? Ты тусуешься здесь... И развлекаешь всех, кто здесь есть. Вот это, да? Это херовая идея, потому что как развлектатор я херовый, знаешь. Сейчас, погоди. Я могу включить Скатман, а ты просто танцуй. Смотри. Я умею делать вот так. Типа Little Big 90-х, да? Да, есть такое. Точно, это Little Big 90-х. Не знаю, типа, блин, они мне напоминают... Обожаю Тектоник, но Тектоник стоя танцуется. Я не лень вставать и не хочу вставать, я типа... Бомжи танцуют Тектоник, это самый лучший танец бомжи. Я стою, чел, типа, ну, пожалуйста.
Я учила тиктоник в детстве, понимаешь? Меня мама подняла. Подожди, ты сейчас реально тиктоник танцевала? Меня мама учила тиктонику на курсах. Я думал, тиктоник танцует вот так просто. Нет, тихо, блядь. Пьяные бомжи просто стоят у магазинов и улице. Вот так вот, нет? Все упало. Нет, на самом деле тиктоника довольно-таки выверенные математические движения. То есть это как тикток, хоть тикток, а как хип-хоп, который выверен по движениям. То есть, который выверен по каким-то координатам ебучим, не знаю, вот. Нет, мама не была Эмма. Я мама просто хотела это делать. И поэтому моя мама это сделала. Вот. А что ты пьешь? Мои ебучие друзья купили водку и купили энергетик. И мне приходится это пить. Хотя я не люблю водку, но люблю энергетик. Вот. Я в папиной рубашке, она классная. Слушайте, давайте, дайте мне пару минут, я скоро вернусь. Не уходите. На самом деле, если кто-то хочет пойти в эфир, то... Уже поздно, я пошел, сейчас приду, мне нужно просто немножко попариться, я скоро вернусь, немного, окей. Пару минут в парилке, и я вернусь с потом на лице, и мы пойдем на улицу, прогуляемся, а пока расскажи что-нибудь интересное нашим гостям. Что-нибудь интересное, окей, хорошо. Не знаю, сколько это интересное, но не знаю. В идеале с кефиром. Смотрите, короче. У нас в старой квартире есть молочный коктейль с плесенью. То есть, если вы это видите, возможно, вы это видите, в квартире, в которой я жила 13 лет назад, остался какой-то странный молочный коктейль, у которого плесень на упаковке. Непонятно почему. Вот так. Это все, что осталось в холодильнике. Но на самом деле, кроме этого, в холодильнике остался... Барсучий жир. Вот так. Типа, все, что я могу взять во время эфира, это показывать вещи, которые есть в моей старой квартире. Вот так. Это барсучий жир. Это, блин, что там, коктейль с плесенью и камень с дыркой. На самом деле, все, что у меня есть в этом моем маленьком мире. Вот. Еще есть... наклейка с Карлсоном. Есть мои шумные друзья, которые сидят в синей комнате. Есть птицы. Есть ночной болтрайон. Но вы дискретно ни хера не видите. И камень с дыркой. Спасибо, кто помнит камень с дыркой. Я говорю не как француженка, а как девушка с кротавостью и небольшим опьянением. Вот. Блин. Я не забрала камень в новую квартиру, потому что когда мы переезжали в новую квартиру, я была не в сознании. То есть мне было 7 лет. И, скорее всего, я вообще не помнила того, что мы с собой забираем, а что не забираем. Вот так. О, как странно быть в странном эфире на 11 человек. Я впервые делаю это в своей жизни, и мне неловко, потому что, скорее всего, я об этом пожалею, потому что я не знаю вообще никого из вас, кроме Тюны, более-менее, и Вали, которого я тоже не знаю вообще. Вот так. И я сижу на своей старой кухне, в папиной рубашке, с незнакомыми людьми, немного пьяная, сраной водкой с энергетиком, и разговариваю с тем, кого я не знаю и кому я вообще не интересна на этом ебучем стриме. Вот так. Я, кстати, да, на самом деле, думаю забрать этот камень, потому что классно. Моя мама будет против этого. Она против вообще любых вещей, которые я приношу домой. Но я заберу его, потому что кто мне запретит? Вот так. У меня есть открытый новогодний. Я, типа, все, что я могу, это показывать. Я в классной папиной рубашке, согласна. Я обожаю папину рубашку. Она очень хорошая. Она очень модная.
Я пришла сюда в другой толстовке, но мне было очень жарко, и поэтому я надела папину рубашку, потому что она здесь была. Блин, да, на самом деле, не знаю, малет. Тюна, что такое малет? Можешь, пожалуйста, пояснить, потому что я понятия не имею, что это такое вообще. У меня есть только с чёлкой. С Нового года 2000, скорее всего, меньше, чем 5. Вот так. Здесь больше особо ничего нет. Но что такое малет? А прическа из 70-х? А, скорее всего, нет. Я сама себя стригу, и у меня просто здесь волосы короче, здесь длиннее. Я не знаю, малет это не или не малет. Это просто стрижка, которую я себе выбрала, и которую я себя стригу. Вот так. Типа не то, чтобы я это выбирала. Это сложилось исторически. Не знаю, что такое малет. О, привет, Валя, пусть развлекает вас, а не я, а я просто буду слушать все это. Ты отлично справляешься. Да так себе. Я просто разговариваю с людьми. А, да, пожалуй, это отросший затылок. Правда, это было давно, я просто привыкла к этому. Я не знаю, что такое малет, правда. Я просто стригу себя сама, и это выходит именно так. Все, что происходит, правда. Валя, спасай ситуацию. Я хочу поздороваться с Ахмедом. Ахмед, добрый вечер. Я в бане уже которую неделю. Валя, всегда в бане. Ой, да, черт. Да, из интересного, что я могу сказать из интересного. Час назад я упала в обморок из-за крепкого алкоголя. Потому что мне его нельзя. Мои друзья были в шоке, но я справилась. Ни хера не интересная история, но это было. Вот так. Слушай, ну, звучит опасно. Нет, это просто повышение давления. От измены давления люди бывают падают в обморок. Но если есть близкие друзья, которые сейчас со мной есть, то они понимают, что происходит. Вот так. Они такие, о, мы понимаем, что происходит. Кажется, она упала в обморок. Да, есть такое. Пожалуйста, расскажи что-нибудь свое, Валя, потому что мне кажется, что мои истории никому нахрен не интересны. И так это есть. Просто расскажи что-нибудь свое, ладно? Я просто... Я могу сказать одну историю. Так. Да. Ну, это даже не история, это как бы... Такое замечание на то, что сказала. Всем все интересно и ничего не интересно. Ну, то есть как бы все нормально. У меня есть впечатление такое, что людям интересны личности, которые часто публикуют что-то в медиа. То есть слушай, у меня есть ощущение. Мы тут уже неделю, вот понимаешь? Понимаешь, просто ты. Просто ты вот интересен. Все, кто сейчас. Ты публикуешь свои новости в ебучие соцсети. Все, поэтому кто сейчас со мной онлайн, людям. Со мной онлайн всю неделю. А вот с тобой пообщаться, в принципе, всем даже очень интересно. Так что давай продолжай рассказывай. Я вот вообще все пропустил, потому что я был в бане, и, между прочим, мне надо подкинуть дровишек. Я просто показывала вещи. Ничего интересного здесь не происходило. Ну, я не видел ни хрена. Блядь, давайте покажу. Это очень короткая история. Все, что в моей старой квартире, это, внимание, старое радио. Птички, которые пиликают раз в час. Водка с энергетиком. Карлсон, магнитик на холодильнике. Синью. Который лежит здесь около 10 лет. С плесенью. Смотри, с плесенью. Барсучий жир. Барсучий жир. Понимаешь? Ой, это странное. И камень с дыркой. Все, что есть у меня, это все эти вещи. Дальше ты. Я больше не вытаскиваю. Это все, что я могу предложить этому эфиру. Ну вот барсучий жир. Можно на него поподробнее? Давай.
я думаю, что всем... Подробности в том, что я понятия не имею, для чего он здесь лежит. Окей? Он типа, мой. Он не мой. Ничего здесь не мое. Это квартира моих родителей, в которой мы жили в детстве моем. Я не знаю, для чего это здесь лежит. Это просто... А что? Что на нем написано? Прочитай, кроме барсучи. На нем написано, блядь, барсучи жир, натуральный. На нем написано хранить в темном и прохладном месте. 250 миллилитров. Здесь нарисован барсук. Окей? Сделан, когда вот. Написано? Срок годности? Ага! Интересный факт! Он годен до 2 июня 2006 года! Вот такая история, блядь. Да, это она была заброшена всю это время. То есть я сюда приезжала раз в год чисто со своими друзьями попить какой-то алкоголь. Вот и все. То есть никто сюда не приезжает на протяжении 13 лет. Да, это квартира меня и моих родителей, в которой мы жили в моем детстве. Вот и все. То есть, здесь лежат какие-то странные вещи. Лежат две штуки перекиси водорода. Сегодня тошнило моего лучшего друга, которого не положили марганцовку. Потому что у нас нет марганцовки. Вот так. Кому-то жить негде, а у вас, значит, квартира пустует. Это значит, больше у нас две квартиры пустые в Ленинграде. Но мои родители слишком чувствительные, чтобы их сдавать. Потому что мы переехали в новую квартиру. Мне кажется, вся моя семья слишком привязана к вещам и к местам, в которых простила их прошлое. Вот так. Да. Блять, оно упало. Ты какой-то квартирный магнат. Я... Слушай, кто бы говорил, а? Паша Исипович в эфире. Добрый вечер, Паша. Смотри. Кто бы говорил? Ну, говорит не квартирный магнат. Если что. Три квартиры в Ленинграде равны одной квартире на окраине Петербурга, чувак. Одной! Они все стоят по 1 000 000 рублей. А квартира в Питере стоит около 6 000 000 рублей. Я не в курсе про рынок недвижимости, но... Ты сдаешь квартиру в Питере. Я не сдаю, я снимаю. Стоп! Ты хочешь сдать кому-то и так съемную квартиру в Питере? Ну, я живу в квартире, которую снимаю, и думаю, что на лето... Ну, думаю, переехать на лето за город. И думал кому-нибудь... А хозяин квартиры в курсе о том, что ты планируешь это сделать? Ну, я хочу сдать ее своим друзьям. Кому-нибудь... А хозяин квартиры в курсе того, что ты хочешь сдать своим друзьям? Я еще не говорил об этом, но я думаю, это небольшая проблема, потому что, потому что это просто, знаешь, типа как я разрешил пожить. Я там живу уже давно. Я понимаю. Я там живу давно и просто, ну и просто думаю, что кто-то может насладиться городом летом, когда коронавирус пройдет. Слушай, а ты сдаешься ей прямо на лето или на более позднее время? Я не знаю, я еще не решил. Это просто была мысль такая, знаешь. Типа ты мне спрашивал, и там же сидит чувак, который собирается приезжать в Петербург осенью, и ему нужна хата. И типа, если бы ты сдавал ее осенью, то было бы неплохо? Не знаю, посмотрим. Посмотрим, что будет осенью. Угу. Я еще не решил. Ну да, у нас был такой разговор. Я поясняю всем, кто сидит в чате. Я просто позавчера подумал, интересно. Ну просто я сейчас живу здесь под Питером, а еще у меня есть домик в деревне. Конечно же, как это было. В общем, домик в деревне, довольно далеко от города. Надо ехать на машине несколько часов. И там лес, и я думаю, может там пожить. Потому что я уже так отвык от города. И самое классное, что в городе я, в принципе, тоже отвык от города. Потому что я из дома-то не выходил никуда. И жил только у себя на районе. Ходил в магазин Dixie и ездил на такси, который вы видели, у меня много такси. О! Гиппиус, привет! Ну, кстати, такси, конечно, это богато. Нет, ты
Странно говоришь о том, что вы все на такси ездят, просто у большинства людей нет денег на то, чтобы на такси ездить. Не знаю никого, у кого нет денег, чтобы ездить на такси. На такси. У меня нет денег, чтобы ездить на такси, чел. И у всех моих знакомых... Ну ты сдай какую-нибудь на одну свою квартиру из 10 миллионов квартир. Это не мои квартиры, понимаешь? И не владеют... Значит, не езди. Вот я не езжу. И я считаю, что большинство людей не способно оплачивать себе ежедневное такси в Петербурге, потому что это стоит примерно 100 рублей в одну сторону. Это дороговато. Нет. Вот, например, я... ну, я не знаю. Например, тебе надо куда-то доехать, и ты используешь два вида транспорта, и ты платишь те же 100 рублей, потому что ты едешь... на двух видах транспорта. Зачем ехать на двух видах транспорта, если можно на одном автобусе ехать или на одном троллейбусе? Тоня, привет! Ну, потому что иногда неудобно на двух видах транспорта ехать. Ой, на одном. Потому что он не едет тупо. Неудобно, но приходится, потому что у людей, как правило, нет денег. Понимаешь? Не знаю, нет. Ты типа, блин, богатый музыкант, но у кого-то вообще нет денег. Чел. Ты просто понимаешь, что ты действительно богаче, чем большинство людей. Вот в чем дело. То есть, возможно, ты воспринимаешь, что это не так, но, скорее всего, это так, потому что я знаю много людей из Питера, даже наших с тобой, как оказывается, общих знакомых, но они не могут себе позволить сраное такси ни в одну сторону. Не знаю. Они просто ходят пешком. Ведь может позволить себе такси в любую сторону. Слушай, мне интересно, ты знаешь Бориса Сатина? Не припоминаю по имени. У меня плохо с памятью имени. Он не говорит, что он с тобой хорошо знаком. Борис Сатин. Я не помню по имени. Боря, да. Бориан — это чувак со станции Нарвской. С длинными кудрявыми волосами. Из моего курса Высшей школы экономики и дизайн, у которого девушка учится в Академии художеств. Настя, не знаешь? Мне нужна фотка. У меня фотографическая память. Я сейчас скину потом просто, ладно? Потому что... Вот, Тюна, правильно, правильно. Типа, приходится использовать метро и автобус, потому что это дешевле, чем сраное такси в одну сторону. Я понимаю тебя. Да неправда это. Дешевле, серьезно. Я знаю очень много людей, у которых нет денег на то, чтобы просто поехать. Понимаешь? То есть... На самом деле, бывает гораздо дешевле поехать в одну сторону на метро и автобусе, чем заплатить в одну сторону деньги, потому что людям нужно есть. Короче, такси везет в 100 раз быстрее, и оно стоит довольно дешево. Ну, типа, да, немного дороже, чем общественный транспорт, но эта переплата того стоит, потому что... Ты быстрее добираешься до места, ты экономишь свое время, время — это деньги. Соответственно, сэкономив немного времени, ты сэкономил много денег, понимаешь? Так что, в принципе, то на то и выходит. Не у всех деньги — это время. У кого-то деньги — это пропитание, которое необходимо. И это грустно, я согласна. Такси да, бывает ты дешевле. Ты говоришь вообще, ну все. Слушай, правда, я ходила на костылях полгода, и я ездила на автобусе просто потому, что мне было дешевле приехаться на троллейбусе до Сенной и от Сенной до университета. Просто потому, что такси было в два раза дороже, хотя было на костылях. Я знаю, о чем я говорю, понимаешь? То есть это реально дешевле. Хотя у меня просто не было денег, чтобы кушать. Вот в чем дело. Понимаешь? Какой такси ты использовала? Что? Какой такси ты использовала? Яндекс.Такси. Есть еще масса вариантов. Есть Bolt, который стоил в три раза дешевле, чем все остальные. Ты просто переходишь с одного... Поверь, я все пробовала. Действительно, гораздо дешевле просто поехаться на... Я не могу тебе поверить, потому что звучит неубедительно. Слушай, ты думаешь, я действительно серьезно? Хочешь, я тебе расскажу историю? Давай историю, Как я от Мариинского театра доехал до Лиговского 50, это в дождь. Это, блин, через весь, блин, грёбаный центр. Так, за 150 рублей. Это дорого, чел.
Нет, дождь идет, сраный дождь. Да, на любой очень сильный. У меня еще была куча с собой вещей. Понимаешь, автобусы ездят вне зависимости от погоды, окей? У меня куча вещей. Я нахожусь у Мариинского театра. Там ничего не ездит. 50-й автобус, 49-й автобус и какой-то, сейчас скажу, 20, блядь, какой-то автобус, я не уверена. То есть мне надо идти до остановки, это где-то да. минут 7 под дождем, тащить кучу вещей. Да, ждать да. автобуса, дохерение, да. фени, залазить туда, ехать, не доезжать до туда, докуда мне надо, ехать на всех остановках останавливаться. Понимаешь? Подожди. Кого? Потом доезжаем до площади Восстания, и на площади Восстания, вот Сара сейчас тебе расскажет про такси, и на площади Восстания еще пилюхать до Лиговского 50, при том, что не заезжая внутрь, а за эти деньги, которые я тебе сказал, за 150 рублей, я полностью доехал от точки А до точки Б, сэкономил кучу сухой одежды, денег на лекарства, потому что я заболел ехать в херовую погоду, когда на улице 3 градуса минус или плюс, дождь, ветер, ураган, куча сумок. Сколько бы я потратил потом на лечение себя медиком и всякой херотой? Дело в том, что... полтора часа времени, а я ехал. Такси наслаждался. Иногда просто физически не бывает на карте денег таких, чтобы оплатить себе такси. А еще я ехал не один. У тебя просто есть 100 рублей, чтобы добраться до какого-то конкретного места. И ты можешь выбрать себе троллейбус и метро, и ты можешь добраться. Есть такие ситуации, их очень много, правда. Знаешь, что ты правда не понимаешь, что ситуации, такой... которые, может быть, у обычных, сука, людей. Потому что они бывают. Знаешь, что нужно делать в таких ситуациях? Зарабатывать деньги. Да. Вот, но не все Слушай. Могут, потому что некоторые учатся в сраных университетах, понимаешь? В сраных университетах, которые им важны. И у которых нет времени о том, чтобы зарабатывать сраные деньги. Паш, понимаешь, что мы делаем? Мы дебатируем по поводу денег. Вот что мы делаем. Не-не-не. Мы тут набрали уже половину людей, которые сегодня мой концерт смотрели, крича друг на друга. Так что мы просто устраиваем тут шоу. Это не шоу, это, блин, это мое искреннее мнение, которое существует, правда. Я не знаю, почему мне покупать оно всерьез, но оно такое, блин, правда. Ребята, у людей, правда, не бывает денег, чтобы просто заплатить за такси, понимаешь? Я брала... такси Ладно, в долг Паша, людей. Паша намекает нам на то, что пора послушать мою любимую песню, которую я специально посвящаю всем любителям фристайла. Мы прослушаем это. Ладно. Я достану себе пассажирами пиво просто. Для тебя. А, не выпью, я не могу открыть его, блядь. Я не знаю, что с ним делать. И немного видео. Я добавлю немного постеронии в этот эфир.